Авторская фотоэкспозиция «Ступени мастерства» открылась в выставочном зале городского музея. 44 работы на зрительский суд предоставила фотохудожник Марина Свинина. Все их объединяет одна тема – работа детской балетной студии. Большинство снимков в черно-белом изображении. Автор объясняет, что так лучше передается характер. А вот сценические фотографии в цвете. Именно здесь он оправдан, потому что несет эмоциональную нагрузку. Я сейчас, как фотограф театрального училища, очень много, опять же, наблюдая за этим процессом становления актера, становления ролей, становления техники как бы актерской. И по балетный класс, как бы для меня вот эти вот репетиционные моменты, ученические моменты, они намного интереснее, чем уже законченные спектакли. Уже 22 года Марина является членом Союза фотохудожников России. За это время она провела более 50 персональных выставок и является обладателем 12 авторских фотоколлекций. Все свои экспозиции Свинина монтирует сама.